В Якутске возложили цветы к памятнику учителю. Его открыли в 2013 году. Подобные мемориалы установлены и в Вилюйском, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. Во время церемонии в адрес ветеранов системы образования звучали особые слова благодарности. Также в этом году указом главы республики утвердили новый знак «Народный учитель республики». Его будут вручать за особый вклад в развитие образования. Помимо этого, в регионе постоянно модернизируют образовательный процесс, вводят новые стандарты. Однако роль учителя остается неизменной. Образования и науки республики. Огромное внимание, приоритетное всегда в нашем университете и вообще в целом республике уделялось подготовке педагогических кадров, ибо именно в знаниевом обществе учитель и роль знаний, оно всегда будет ставиться на самом приоритетном месте. Раньше было устаревание кадров, сейчас, значит, у нас молодая плеяда учителей талантливых, которые вот себя показывают достойно.